В субботу в городе Видное состоялась уже вторая весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Несмотря на плохую погоду, в этот день к нам опять нагрянула зима. Все запланированные предприятия смогли приехать и выставить свою продукцию, чтобы горожане имели возможность купить качественные товары по доступным ценам. Подробности в репортаже Юлии Погосян. 9 сельхозпредприятий, 22 машины. Товара на этой ярмарке было более чем достаточно. Приемлемая цена на 20% дешевле, чем в магазине. И высокое качество – вот основные преимущества ярмарок. Мясная продукция перед тем, как попасть на прилавок, проходит санитарный контроль и клеймится печатью. А в этот раз из-за опасности африканской чумы, которая уже бушует в ближайших областях, было принято решение организовать дополнительную экспертизу. Приезжала ветеринарная лаборатория передвижная, которая посмотрела во всех машинах мясо, да, вот и, как говорится, исследовала экспресс-методом, да. Ну, здесь вот все, конечно, благополучно, никаких проблем нету, но это нужно для того, чтобы обезопасить людей. Натуральное мясо на вид хорошее. Охлажденно. Помимо продукции Ленинского района, свой товар Видное привезли и хозяйства других районов Подмосковья, а также предприятия, которые теперь находятся на территории Новой Москвы. Например, давно полюбившийся видновчанами за свежие овощи и зелень агрокомбинат «Московский». Мне, пожалуйста, 3 по 88. Сколько? 3. И 4 салата. Хорошая ярмарка, все нормально, все нравится. Яйца, молоко, свежие овощи, картофель – вот далеко не полный список продуктов, которые привозят на ярмарки. Для горожан это прекрасная возможность приобрести товар, точно зная, что их не обманут. Дешевле, чем в магазинах. Картошку в магазине 36-38, а здесь все-таки по 20, все дешевле. Следующая ярмарка в Видном состоится 19 апреля, а в этот день люди уходили домой с полными пакетами качественной продукции и довольные покупками. Хорошо, доченька, хорошо. Что надо, накупила всего. Хорошо. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.